Фрязи, Кикабу. Роботы и Лея на детскую площадку едут. Кто быстрее? Пора играть, машины собирать. Колесо, мотор, капот. Грузовичок Лёва детали везёт. Лёва! Лёва! Грузовичок Лёва. На улице очень хорошая погода. Машинки играют в салочки у фонтана. Интересно, кто водит? Хи, ты вода? Робот, убегай! Не догонишь! Капу очень не хочется быть водой. Он решил спрятаться в горе старых сломанных деталей. И, кажется, не только он. Поймала Капу? Никто меня не поймал. Я отдыхаю. Всем очень жарко. Так, я за лимонадом. Пора охладиться. Очень вовремя приехал фургон. Он должен был доставить лед и мороженое. А вот и лед. Ой, как много воды! Роботы точно охладились. Видимо, лед растаял. И не только лед. Еще растаяло мороженое. Кажется, котенку это очень нравится. У меня идея. Давайте переделаем фургон в рефрижератор. Жирафоратор. Рефрижератор. Грузовик-холодильник. Грузовик-холодильник. Давайте собирать. Лимонад уже готов. Лёва привез новые детали. Нужны колеса, шасси. Капу такой заботливый. Он хочет напоить котенка. Когда жарко, нужно много пить. Смотри, на рефрижератор мы уже ставим кабину, дверь с одной стороны и с другой, бампер, фары. Соберем кузов. Внутри него должна быть холодильная камера. Холодильную камеру будет охлаждать газ в оранжевых трубках. Установили. На крыше нужен компрессор. Роботы, можете вытащить старый холодильник из этой горы деталей? Давайте вдвоем. Ой, не получается. Нам помог кран. Компрессор голубого цвета. Подойдет? Отлично! Закроем его панелью с вентилятором. Осталось установить задние двери. И направляющие для передних дверей. Готово! В таком фургоне лед не растает. Робот хочет прокатиться. Заводи мотор! Что-то уже и не жарко. А ты догоняй! Когда быстро двигаешься, всегда согреваешься. После того, как машинки доиграют в салочки, им обязательно захочется чего-то холодного.
Хорошо, что теперь есть лед. Лед, спасибо! О, не растаял. Кому лимонад? А можно горячего чая? И печенье. Всем приятного аппетита. Грузик и Капу, роботы и Лея на детскую площадку едут. Кто быстрее? Пора играть, машины собирать, колесо, мотор, капот. Грузовичок Лёва детали везёт. Лёва! Лёва! Грузовичок Лёва. Это домик Леи. Перед ним стоят три большие корзины. Лёва и Лея везут яблоки, которые они собрали на ферме. Здравствуйте, машинки! Грузовички выгружают яблоки в корзины. А можно мне тоже? Для пирога? Конечно! Капу, поехали с нами! Поможешь? А там еще осталось? Еще сколько? Тогда поехали скорее. Машинки решили вместе поехать на ферму собирать яблоки. А вот и ферма. Как много коробок набрали роботы и грузик. Роботы, вы опять играете? Красный робот ловко жонглирует яблоками. Ого, как много яблок! Да, даже тебе столько не съесть. Скоро приедет поезд. Тогда за работу! Тяжелые коробки с яблоками можно увезти на поезде. Но чтобы поезд мог приехать на ферму, нужно построить железнодорожную станцию. Укладываем плиты. Ставим стены. Это двери с маленькими окошками. А это большие окна. Опоры, на которых будет держаться навес. Четыре перекладины. Прочные листы металла. Красный робот сел в кабину автокрана. Он поднимает вверх основание маленькой башенки. На нее установим шпиль. И повесим часы. Поставим ограждение. Повесим лампы. Железнодорожная станция готова. Время 3 часа. Поезд сейчас приедет. Грузик внимательно смотрит в тоннель. Видно поезд? Что-то мы забыли. О! А? Ой-ой, стойте! Лея поняла, что поезд не сможет остановиться. А? А?
Хорошо, что с роботом-машинистом все в порядке. О, кажется, вспомнил. Мы забыли тупиковый упор. Вот почему поезд не смог остановиться. Лёва, найдешь тупиковый упор? Светофор. Стрелочный переключатель. Вот он, упор. Лёва привез тупиковый упор на станцию. Пора ставить поезд на рельсы. А тупиковый упор поставим в конец пути, туда, где поезд должен остановиться. Молодец, робот! Грузик ставит ящики с яблоками в вагоны. Шарики! Машинки празднуют открытие новой станции. Ура! Первый поезд отправляется со станции! А как мы ее назовем? Тупиковая. Конечная? Яблочная. Какие смешные названия придумали машинки. Какое тебе больше нравится? Синий робот готов к отправлению. Нет, подожди. Нам нужно ехать в другую сторону. Вперед! Счастливого пути, поезд! Интересно, а что машинки будут делать со всеми этими яблоками? Грузик и Капу, роботы и Лея на детскую площадку едут. Кто быстрее? Пора играть, машины собирать. Колесо, мотор, капот, грузовичок Лёва детали везёт. Лёва! Лёва! Грузовичок Лёва. Лёва и Лея строят замок из песка. Готово! Ого, красота! А это катер. Им управляет красный робот, а остальные бегут на перегонки. О! Кто быстрее? Осторожно! Бабах! Синий робот упал прямо на замок. Ты не ушибся? Робот в порядке, но он сломал замок. Я вам сейчас тоже что-нибудь сломаю. Капу очень разозлился. Стойте! Экскаватор, не злись. Перестань гоняться за роботами. Это делу не поможет. Давайте чинить. А вот это хорошая идея. Вы можете построить замок заново вместе. За работу! Капу насыпает песок. Грузик нашел флажок для башни. Ку-ку, робот, помогай. Ой, волна снесла мостик. Чини, не чини, все равно ничего не останется. Грузик, замок из песка, конечно, разрушится, но можно что-нибудь придумать. Я могу его нарисовать. Будет картинка навсегда. Лея, стой! А давай замок сфотографируем! И меня сфотографируем. Лёва, тогда вам нужен фотоаппарат. Какие детали ты привез? Корпус.
зеленая кнопка приближения. Объектив. Экран. На нем можно смотреть фотографии. Ремешок. Вспышка, чтобы фотографировать в темноте. Таймер и самая важная красная кнопка. Она нужна, чтобы фотографировать. Резиновые накладки. С ними фотоаппарат легче держать. Аккумулятор. Фотоаппарат готов. Я первый. Капу будет фотографом. Улыбайтесь. Машинки не успели приготовиться. Давай еще раз. Пусть все встанут около замка. Грузик, подвинься к замку. Снимаю. Капу что-то не нравится. Его нет на фотографии. Попробуем так. Все не влезли в кадр. Давай я. Наш замок! Капу, дай, пожалуйста, Лее попробовать. Она тоже хочет быть фотографом. Теперь Лёва фотограф. И грузик. И красный робот. Молодцы! Но как сделать так, чтобы на фотографии были все? Здесь есть таймер. Точно! Нужно поставить фотоаппарат на штатив, запустить таймер, и тогда фотоаппарат сам всех сфотографирует. Грузик, у тебя есть штатив? Лёва, выбирай. Вы хотите повесить фотоаппарат на удочку? Поставить на клюшку? Нет, фотоаппарат ставят на штатив. Вот так. Можно его поворачивать в разные стороны. Едем фотографироваться. Лёва, посмотри в экран фотоаппарата и скажи, где кто должен встать. Робот правее. Не все сразу. Ой. Оп. Левее. Стоп. Капу, присядь. Что? Присядь! Лёва, сюда! Сюда же! Таймер заработал. 5, 4, 3, 2, 1. Сфотографировано! И еще раз!